Делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новый Мунструфт видосик, где мы с Екатериной Выхухляцкой продолжаем изучать, в принципе, весь мир Майнкрафта. Я тебя, Екатерина, поздравляю, ты уже не на 4% Ты уже не на 4% профессионала, ты уже на 4,5% профессионал, учитывая предыдущую серию. Домик готов, пляж готов, наши личные яхты готовы. В принципе, практически все готово, за исключением того... Дрифт! То, что мы сегодня пойдем лутать тот самый корабль, который Катя очень сильно хотела залутать в предыдущей серии. Екатерина, ты готова? Я всегда готова. Я безумно хочу в этот корабль, потому что, ну, для меня это что-то новенькое. Ты мне такое никогда в жизни не показывал. Отдраить палубу, засунуть паруса в труханы, сесть на борт и поехать. И, кстати, Катюх, мы с тобой два реально больших нубасоса. Знаешь, что я прочитал в комментариях под предыдущей серией? Ну-ка. Я вообще забыл. Слезь с лодки и сядь в мою лодку. Садись. Ты видишь? Я вижу тебя. Ты понимаешь, что это двухместная лодка, а я вообще забыл то, что ее добавили в Майнкрафт. Да блин, я, может быть, а ты не хотел спросить меня, может быть, я хочу на своей отдельной лодке. Какая разница, Uber, таксист, если что, сейчас довезу вас до места, с вас 59 рублей. И вот мы уже и приехали. Да! Я сама двигаюсь, я даже не трогаю. Да, отойди ты, да, я залезу, акула задницу откусит. Все, ты готова прыгать туда? Только будь внимательна. У тебя возле полоски хавчика есть полоска воздуха. Если она исчезнет, значит, ты начнешь задыхаться. Ты это знаешь, да? Я, по-твоему, похожа на какую-то незнайку, что ли, или что? Я знаю, я знайка. Раз, два, и... Подожди! Чтобы быстро плавать, Ctrl нажми, Ctrl нажми, нажми Ctrl, будешь плавать, Ctrl! Ой! Да Ctrl, ой. Ты на дно пошло, Кать! Пошло, пошла! Я уже первый сундук нашел. Давай, ща, ёперный театр, смотри. Да Ctrl нажми, чтобы плавать, а не Shift, Ctrл! Да я не могу, а, это Shift, это Shift! Это Shift с Ctrl, он перепутал! Смотри, сундук, Кать, иди сюда, сундук, я уже задыхаюсь! А, я не могу, мне сложно, подожди, я не умею плавать. Ща, подожди. У тебя еда есть? Сырая. Сырая, ну ладно, у нас другой нет, поэтому если что, пережарим. Как только ты погружаешься в воду, нажимай на Ctrl. Не Shift, а Ctrl. Давай, быстро. Давай, видишь сундуки? Сразу же лутай сундуки. Лутай, залезай, что залетай туда внутрь. Лутай? Ну, в смысле, лутай, как я объяснить, что такое лутай? Гнилая плоть, ядовитый картофель, бумага. Ёперный тит... Кать! Я нашел карту с сокровищами! Карту с сокровищами! Подожди, сейчас. Да забирай все, что есть, кроме гнилой плоти. Все, давай. Как вылезти? Вылезай! Как вылезти? Вылезай! Как вылезти? Да вылези! Ладно, я забираю ее вещи. Я говорю, ребят, это надо 100% включить сохранение инвентаря, потому что это жесткая жесть вообще будет каждую серию. Да! Кать, когда у тебя кончается полоска воздуха, тебе нужно вылезать обратно. Я все прекрасно понимаю, я застряла, я нажимала все клавиши, он не давал мне вылезти из этого корабля. Так не надо нажимать все клавиши, нужно нажать вперед, чтобы выйти оттуда, где ты застряла. Я нажимала вперед, назад. Привет. Че, погнали, где мои вещи, дай мне вещи. Я все забрал, поедем домой, я там тебе все отдам, пошли. А че, все, я хочу еще, подожди. Да там уже ничего нет, мы все облутали. Кать, там уже ничего нет, там ничего нет уже. Мы все облутали. Давай еще раз проверим, но там ничего нет. Мы все забрали, все, что там было. А что такое облутать? А нет, есть еще один сундук, это я, нубас, Кать! Ну вот я же говорила, что ты... Пять изумрудов! Где? Так, сейчас. Ёперный театр, даже не то, что 5 изумрудов. Ща! Подожди. Если я сейчас умру, я буду нуба писькой. Не умирай. Пол сердечка! Покажи, что ты нашел. Подожди, там еще было железо. Если хочешь, давай со мной отправимся туда. Да я опять умру, мне кажется. Ну ладно, у меня все равно инвентарь пустой, погнали. Короче, все, давай, я прыгаю. Раз, два, три! Давай, Катюх, на самое дно, тут есть еще один сундучочек. Вот, здесь я забыл еще забрать 7
Подожди, 7 железа. И, в принципе, да, здесь больше ничего нет. Вот это тоже заберу на всякий случай. Все, давай, 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 да, 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 кать вверх. Утопленники! Кат! Быстро сваливаем! Давай, давай, наверх, наверх, наверх. Кать, я тебя официально могу поздравить. Капитан Барбоса! Это наш первый залутанный корабль. Еще разочек, что такое лутать? Мне кажется, я сейчас не смогу даже на протяжении полчаса объяснить Кате, что такое лутать. Объясни, пожалуйста, Кате, что такое лутать в комментах. Кать, прочитаешь потом комменты после этого? Я читаю всегда все комментарии. Напиши, так, пожалуйста, можете мне передавать приветы. Объясни Кате, что такое лутать, потому что я ее вряд ли смогу научить этому. Я знаю, что такое лутать, а что такое лутать, я не знаю. Это наше первое мини-мини-мини такое маленькое приключение. Иди сюда. И путешествие тоже. Подожди, где наша печка? Печка у нас вот здесь. Защищает нас от дождя. Так у нас здесь было много еды, Кать. Если хочешь жрать, держи. Пережаренная свининка. А я поставлю сюда жариться баранинку. Вот так. А я еще нашла уголечек там в сундучке. Засовывай в печку. Сразу засунь в печку. Давай, кого засунуть? Это. Уголь в печку засунуть. Ты у меня все забрал! А, точно, это я у тебя все забрал. Кстати, подожди, так я выкинул все инструменты в воду, я думал, то, что они мои, а они оказались... Господи, спасибо тебе большое, что ты у меня есть просто. Иди сюда. Боги моря, боги солнца, посмотрите на него, он забрал у меня все инструменты. Помнишь, у нас там рядышком шахта была? Мы-то в шахту сейчас пойдем, но у меня для тебя есть две новости, иди сюда. Первая новость заключается в том, то, что мы смогли там найти 7 железа. А 7 железа означают то, что прямо сейчас я могу скрафтить нам 2 железные кирки в эту же секунду. Просто это понимаешь? Понимаешь? Так, держи, держи тебе, и сейчас я скрафчу себе. Вот так, держи, забирай, забирай. Каменную выбрасывай. Слушай, выбрасывай надо каменную. Нам Чего? Да я не буду выбрасывать ее. Да зачем тебе каменная, если у тебя есть железная? Да оставь ее в покое, это моя... На тот случай, если закончится, на всякий случай, я так хочу, это мое право, я имею право свое использовать. А вторая новость заключается в том, то, что я нашел карту сокровищ. Если хочешь, можешь посмотреть, возьми ее в руку. Знаешь, что находится на метке сокровищ? Наверное, сокровища? Сокровища, логично. Короче, давай за сокровищами мы с тобой отправимся в следующей серии. Выкидывай, выкидывай, нет, выкидывай, выкидывай. А, нет. Дай карту, дай карту. Ладно, держи. Карту. Сначала мы с тобой сейчас вместе переспим, ну, в смысле, переночуем, а потом пойдем в шахту. Я предлагаю тебе после шахты, мы же по-любому с тобой железо найдем, сделать нам броню. Железо. Я очень сильно сомневаюсь, что так много железа мы сможем найти в этой серии. Спорим, я найду. Ну, сколько ты найдешь? Ну, штук 7 максимум, мне кажется. Ну, хотя бы на жилеточку железную. Или на трусишки. Или на сапожки. Или на шапочку зимнюю. На шлем. Короче, на что нам хватит, то мы и скрафтим. Пошли, только я не знаю, где здесь есть вообще шахта. Мне кажется, она на том берегу. Почему? Мы же вот тут с тобой увидели. А ты же это самое, да? Да там нет никакой шахты, я уже проверил ее. Все, пошли. Когда? Ну я не секрет, я уже ее проверил. Давай, пошли на другой берег. Ага. И как раз и заодно, пока мы будем идти на другой берег, возможно, карта сокровищ начнет обновляться. Это значит, что мы находимся рядом где-то с сокровищами. Поэтому давай, отправляемся туда и под землю, юные шахтеры. И возможно, кстати, мы там с тобой сможем найти деревню. А если мы это сделаем, Кать, найдем новых друзей хотя бы в Майнкрафте. Мне что-то так подсказывает кое-что, вот чувствуя мое девятое, что ты тут без меня играл. Я не играл, честно. Пока ты подключалась просто на сервер, то я тут успел посмотреть вот это, посмотреть вот то, посмотреть вот одно, еще другое. Там совсем понемножку, пошли. Я не вижу сейчас выражения твоего лица, но я потом обязательно его посмотрю. Чтобы понять, врешь ты мне или нет. Я тебе никогда в жизни не врал, поэтому нет, я тебе не вру. Опа! А нет, я уже обрадовался, то, что это шахта, но никакой шахты здесь это нет. Это не шахта, да? А хотя есть! Кать, есть шахта! Иди сюда, быстро! Иху! У нас светильников нет. Кать, обратно. Ой. Кать! Помогай! Сейчас он взорвется. Опа, взорвался, убил зомбаря. Ёперните. Кать, помогай! Я зачем тебе меч дал? О, я помогаю тут, хорошо? Ты там справишься сам? Я не справлюсь, потому что они меня почти уже убили. У тебя есть меч? Есть. Давай. Собака! Иду на помощь. Давай. Кать! Убивай!
Обратно! Не, вали! Давай, вали! Кать, я тебя учил драться! Вот так, все, тихо. Сейчас мы. Установи светильники, пожалуйста. У меня нет светильников! Наук! Вали его! Все, молодцы! А, у меня есть все же факелы. Фу, я нуба писька. Да, согласна. Кать, аккуратно, сейчас железо! Я его убью. Сейчас его убью, да отойди ты, дуримонда! Ты хотя бы смотри, когда сзади тебя крипер, да, взрывается? Железо. Я уже нашла железо себе на шлем. Здорово. Извини, что я вас потревожил. Сейчас я вас закрою обратно. Простите, пожалуйста, мистер Паук. Ага, вот так, идите в задницу. Уголь понемножку тоже добываем. Уголек нам всегда пригодится, это 100%. Я очень сильно сомневаюсь, что мы сможем найти алмазы в этой серии. Это прям один шанс в миллиарду. Не, ну алмазы, это надо... Крипер! Где? Отойди от него! Отойди! Мистер Крипер! Сейчас... И последний... Вот так, мистер Крипер. Мистера Крипера больше нет. Тебе еда нужна? Ага, подожди, еще уголек нашла сейчас. Еда, да, скорее всего. А, нет, у меня есть еда, все хорошо. Ты что там пукаешь? Кать, я не знаю, откуда они вылазят, но их как-то их как-то слишком много. Давай, пошли за мной. Сейчас, подожди. Давай за мной потихонечку, помалесенько. Предлагаю, у тебя есть палки, чтобы... У меня, ну, немножко есть палок. У меня есть факелы, поэтому давай за мной. Если видишь железо, сразу же скажи мне. Железо, добывай железо, я буду тебя обезопасывать. Обезопасывать? Нет, здесь два железа. Два железа, классно, хорошо. Это уже что-то. Уже хотя бы что-то. В первую очередь, нам нужно, наверное, было скрафтить железный меч, а не железную кирку. Поэтому, если что, сейчас сразу же крафтим себе меч. Кать! Ты где? Я потеряла тебя. Назад! Вот, иди сюда! Я сзади тебя, там очень много железа. Пошли. Добывай все, что видишь. Ядрить меня в печень просто. Добывай. Я тебе сказала, что мы найдем с тобой нормально железо так. Ёперный театр! Вот давай мы сразу это все залутаем и потом... Там еще больше железа! Зомби. Ты... Они зря здесь так много всяких разных штук. Они, видимо, охраняли эти запасы. Да, походу, они охраняли это все железо. Давай, добывай, пока рядом никого нет. Там дальше у нас криперочек, поэтому пока он сюда придет, надо добыть все железо, которое здесь нас ожидало все это время. Я вот прям чувствовала, что здесь прям будет что-то. Так. Опа! Минус крипер, Кать. Ёх, керный бабай, тут еще железо, только мне нужно как-то на него забраться. Сейчас я тебе построю, отойди. Вот, да давай, все нормально. Забирайся. Я не нуб, как ты мог подумать. Я умею все делать, я хорошая майнкрафтерша. Что ты смеешься, я сейчас не поняла. Рассмешила, хорошая майнкрафтерша. Кать, тут такие... О, я еще одно железо нашла, которое спряталось от нас. Вот тут такие залежи железа, ты себе даже не представляешь. Еще больше железа. Ну, мне кажется, да, в конце этой серии мы с тобой 100% оденемся уже в железную броньку. Мне так кажется. Оденемся в Гуччи железо. Гуччи железо. Опа, еще 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да у меня уже полностью железный сет. У меня 24 железа, чтобы ты... Сколько? 24. 24 железа. 25. Где ты? 26. А где ты? 27. Где ты? 28. Наверху. Я нашла. И все железо. Да. Спускайся, я тебя словлю. Спускайся. Ага. Да спускайся, там уже ничего нет. Я на всякий случай проверила. Кать, у меня 29 железа прямо сейчас. Ты вот просто вот... нет слов. Я сказала, что мы с тобой оденемся в Гуччи железа. Мы с тобой оденемся в Гуччи железа. Гуччи железа. Так, ну у нас уже реально есть... все, у нас уже весь шмот железный есть. И шахта, как я понимаю, на этом кончается. Хотя нет, там же были развилки раньше. Давай за мной. Да, подожди. Да, там уже ничего нет, я уже там все залутал. Вот она. Там нет? Ничего нет, там я железо выкапывал. А, ну ладно, мне показалось. Доставай меч. Опа, подожди. Железо. А тут... Где железо? Еще железо? Наверху. Давай, добывай. Смотрите, она уже умеет под себя ставить блоки, чтобы забираться наверх. Давай, молодец. Что я не нуб. Чем больше угля, тем лучше. Чем больше железа, тем еще лучше. Чем больше алмазов, тем вообще просто прекрасно. А я тебе уже говорил то, что у меня есть 5 изумрудов. А зачем они нужны? Изумруды нужны, чтобы торговаться с жителями. То есть они могут тебе всякую прикольную шнягу втирать, а ты покупаешь за изумруды. Но это мы потом чуть-чуть дальше все будем изучать, когда найдем хотя бы деревню. Давай, добывай.
и пошли. Тут еще железо, да, пожалуйста, если так много железа, то, возможно, если мы спустимся на маленькую высоту, может быть, там даже алмазы сможем найти. Мне всегда везет. Так, вот как раз я говорю, всем нубописям и всем новичкам очень даже везет. Давай спускаемся ниже. Да, только я не могу найти тебя. Вот это вот самая большая моя проблема, я тебя теряю. Где ты? Да, на самом деле я реально страдаю топографическим кретинизмом. Я заметил, Кать, помогай! Кать! Да чё ты стоишь там в сторонке? Всё, помощь уже не нужна? Да тебя фиг этой помощи дождешься. Проверим еще, что находится вот здесь. Пропускай уголь. Не надо нам пока что уголь пропускать. Пошли, пошли. Мы же не будем собирать каждый блок, который встречается на нашем пути. Давай, за мной. Ну я так и делаю. Не надо. Может здесь что-то будет интересное. Вау, здесь зомби! Как интересно! Вали его, Кать! Вали, давай! Убивай, сама, убей. Молодец какой, пошли. Когда, как я понимаю, на этом эта шахта закончилась. Ну, в принципе, как первая шахта, чтобы добыть уголь, чтобы добыть железо, она очень даже хорошая. Следующая 100% уже будет содержать, ну, золото ненужное или хотя бы 1-2 алмаза, там мы уже с тобой посмотрим. Тут тоже что-то есть? Нет, тут ничего нет, поэтому давай за мной. Да ёперный театр, как вас много здесь! Все, давай вылазим, Кать. Я говорю, что где много монстриков всяких разных, значит, там много всяких разных желез, руд, вот это вот, да. Я тебе предлагаю отправиться домой. На этом острове, как я вижу, нифига больше нет. Все, что здесь было интересное, оно закончилось. Я-то думал, мы, возможно, с тобой сможем найти деревню или что-то в этом роде. А оказывается, так надо подальше пробежаться, нет? Так нет, мы уже обходили весь остров, который здесь есть. Он очень маленький просто оказался. А хотя нет, вот там еще что-то дальше есть. Возможно, ой, там... ты мне так и про сундуки говорил в этом самом. Тебе вот доверяй. Это проверять после тебя все. Ну я реально думал, там только 2 сундука, а там оказалось то, что еще и с палубой. На палубе там 3-й сундук был. Ну давай пробежимся туда. Ну давай, 10 метров, если там что-то будет. Ты где? А где? Ты где? А ты где? А ты где? А ты где? Почему ты не бежишь за мной, если я бегу в одну сторону? Бежала за тобой. Ты бежала, девочка, но очень сильно потерялась. Ты очень далеко от меня находишься. А как ты узнал? Потому что я тебя увидел. Кать! Сзади тебя! Сзади! Не теряй меня, пожалуйста, с виду. Давай, иди сюда. А там был этот самый зомби. Я хотела его убить. Кать, беги! Сзади скелеты, сзади зомби. Давай! Кать, тебе в глаз попали. В смысле в глаз? Ну нажми Ctrl F5. Ctrl F5. Сейчас опять у меня вылетит Майнкрафт, да? Нет, не вылетит. Нажми Ctrl F5, посмотри, где у тебя стрела. Ага, понятно. Спасибо. Мне кажется, все же лучше отправиться домой, потому что ночью это очень плохая идея гулять. Очень плохая идея. Ну это романтично. Мы с тобой давно не гуляли ночью. Мы же с тобой как бы романтики. Романтично то, что Крипер тебе задницу взорвет. Кать, аккуратно! Давай! Да не бей ты его, просто пробегай мимо! Я его не била! Отойди от него! И смотрите на нее, стоит сзади него и даже не помогает, просто смотрит, как я с ним сражаюсь! Ты мне сказал, не бей его, не бей! И это шла! Я тебе не говорил, не бей его, не бей! Она просто сзади стоит и смотрит, как он меня пытается убить. Кать, так не делается! Не бей его, не бей! Я тебе предлагаю отправиться домой. Если что, то завтра мы сюда вернемся и постараемся найти деревню. Если мы это сможем сделать, мы будем огромными молодцами. Ты опять где потерялась? Все, давай за мной. Быстро. Оп. А, так подожди, мы вернулись к своему дому. Мы просто весь остров оббежали. Вот наш дом. А где наши лодки? Ладно, давай сделаем. Ладно, лодки находятся где-то вот там. Иди сюда, быстро. Давай, ты куда побежал? Кать, за тебя 2 зомби. Беги ко мне, быстро! Давай в дом. В дом и спим. Переспим опять снова. Давай, заходи в дом, зайди. Давай, быстро. Все, сплю, но не с тобой. Какой прекрасный день. Как много железа мы с тобой нашли. Да, сколько у тебя железа? У меня 38 железа, я прямо сейчас его запихиваю в печку. Запихиваю, а у меня 47. Запихивай его в печку. Здравствуйте, молодые люди. Здравствуйте, крем от загара нужен. Крем от загара одному. Крем от загара другому. Ой, сгорел. А этот сам сгорел. Ну, конечно.
Надо у Эдисона крем от загара покупать. Я тебе предлагаю на этом закончить. В следующей серии у нас будут и железные труханы, и железный лифчуган, и железный шлем. И, в принципе, все у нас, вся железная жизнь у нас будет. А я булыжник выбрасываю? Мне булыжник нужен. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Плывите. Мы очень сильно надеемся, что тебе понравилась эта серия выживания. Если ты не видел предыдущую, с чего все начиналось, вот здесь надо мной подсказочка. Можно на нее тыкнуть, посмотреть первую серию. Ну или в описании под роликом есть ссылка на весь плейлист со всеми сериями обычного выживания с Катей. Катюх, ты что скажешь? А мне очень нравится выживать. Я вообще уже хорошая майнкрафтерша и нифига не нуб. Вообще-то как бы да. А тебе я советую поставить лайк на эту серию и ждать новых. Поэтому мы с Екатериной Выхухляц и дружно всей вашей компании говорим огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока. Я пошла жарить железо. Ты будешь железо? Деляс, деляс, смотри, какой каскадер, смотри, он блоки собирает. Дельфинчик, у нас есть местный дельфин. Давай Бобик его назовем. А что он блоки собирает? Дельфин, ты зачем блоки жрешь? Он реально блоки... Так может его покормить, что он блоки точит? Ну давай паучий глаз. Я дам ему жареную свинину. А я паучий глаз. Кушай, кушай, дельфиненок! Вон картошка. Он реально сейчас ее схавает, подожди. Не знаю. Там еще один, он братана своего позвал! Того будем Кирилл называть. Бобик и Кирилл. Бобик и Кирилл договорились. У нас есть свои дельфины, я так счастлива.